Матч с титулованным «Зенитом» собрал полный стадион. Последние билеты на один из секторов северной трибуны разошлись в день игры. Фанатов сине-бело-голубых прибыло примерно 1500. Восточная трибуна перед началом матча окрасилась в красно-желтые цвета, а по центру красовался большой баннер «Арсенал земли русской» с указанием даты основания Тулы. На гостевой трибуне появился баннер, который все зрители встретили аплодисментами. Город, победивший смерть. Фанаты из города на Неве не прошли мимо печальной даты. 75 лет назад началась блокада Ленинграда. К сожалению, оружейникам не удалось оказать достойное сопротивление фавориту из культурной столицы. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Зенита» Мерча Луческу в какой-то степени утешил тульских журналистов, назвав счет недоразумением. А главный тренер «Арсенала» Сергей Павлов общение с прессой начал с извинений в адрес болельщиков. Что бы ни говорили о превосходстве в классе сине-бело-голубых, но проигрывать можно по-разному. До матча канониры заявляли о стремлении навязать петербуржцам борьбу, но ее как раз не получилось. Гости, на удивление, легко забивали один за другим 5 мячей. 0-5. Так крупно «Арсенал» в РФПЛ еще не проигрывал.